Уважаемые абоненты кабельного телевидения, все вы получили квитанции за услуги связи, на обратной стороне которых специально для вас размещена информация о том, что нашим предприятием с 9 ноября будут проводиться работы по расстановке 20 обязательных телеканалов в соответствии с законодательством Российской Федерации. А что это значит? А это значит, что волноваться и переживать по этому поводу не нужно. Это чисто техническое мероприятие. После 9 ноября некоторые телеканалы изменят свои позиции в частотной сетке. Перенастроить свои телевизоры вы сможете двумя традиционными способами. Первый – при помощи автонастройки. Второй – при помощи ручной настройки, где вы сможете расположить телеканалы так, как вы любите их смотреть. Надеемся на ваше понимание и позитивный подход.